Привет! У микрофона Витинч, и сегодня я покажу тебе самый простой способ, как сделать рисованный арт. Как ты видишь, взяли мы за основу довольно популярную фотку для превьюшек, фотку школьника. Вот. И давай, пожалуй, приступим. Для того, чтобы начать, мы создаем новый слой. Берем кисть, делаем уже по своему вкусу. Я возьму 9, рисую я на графическом планшете, можно это также делать и мышкой, потому что мы будем обходить контуры. Вот. Гайдов таких много, но почему бы нет? Давай, пожалуйста, приступим. Как ты видишь, в области вот этой вот косички, да, мы не до конца соединяли линии, это чтобы показать, что там прям очень-очень, ну, такие прозрачные волосы, вот, потому, ну, вот такой вот способ. Но это лично у меня, вы можете делать как, ну, типа вам удобно, можете соединить. Так, мы закончили обводить основу, то есть, если мы вот так вот посмотрим, то мы видим основу школьника, вот. Сейчас мы делаем немножко поменьше, вот. И начинаю я выводить его лицо, волосы, ну, как бы всю тему, уши, вот. Так.
В артах сразу говорю, не обязательно такая большая детализация. Большая детализация скорее будет портить, нежели делать лучше арт. Вот. Потому как бы глаз я не совсем не рисовал. Но я веки вот эти вот верхние, ну, не стал рисовать. Также, если вы немножко криво рисуете, это скорее будет прикольно выглядеть, нежели будет делать хуже. Потому что если вы делаете все ровненько, четенько, да, это не так интересно. Вот, да и более трудоемко. Арт же, ну, рисованные арты на то и рисованные, чтобы были какие-то ошибки, там недочеты, искажения, вот. Так, давайте посмотрим, что получается. Вот уже что-то более-менее, а нос как-то не очень выглядит, надо подкорректировать. Ну, вот так вот лучше. Да. Ну вот, уже выходит, как видите, более-менее прикольно. Вот. Давайте дальше смотреть. Давайте дорисуем здесь зубы, потому что выглядит как-то не очень красиво.
Ну, вот так вот уже получше. Давайте дальше продолжим. Как я говорил в начале ролика, сильно запариваться над артом не имеет смысла, это и плюс, типа, я не буду запариваться над этим артом. А в силу того, что, ну, мне он не нужен, я делаю это для гайда, вот. То есть, вы уже поняли, что обводите контуры и всю вот эту вот штуку, потому всякий узор там или вот эти вот штучки я не буду рисовать. Ну, штучки я имею в виду, вот эти вот швы. И пугается тоже. Слишком геморно, думаю, она этого не стоит. Вот что получается. А, и да, типа можно будет раскрасить, можно будет не раскрашивать. Я раскрашивать не буду, но вы можете. В принципе, ребят, на этом все. Арт закончен. Да, можно, конечно, детальки там всякие дорисовать. Вот. Но я этого делаю. В принципе, вот это был способ самый простой, как нарисовать арт, то есть просто обводить, да, его можно делать, ну, можно этот способ использовать как, ну, юзать, короче, для этого способа можно и планшет графический, и мышку, в этом разницы нету, потому что ты обводишь, вот. Единственное, чем будет отличаться, тем, что планшет будет, наверное, поаккуратнее, нежели мышь. Вот. Что еще можно сказать? Если ты хочешь со мной поиграть, Discord, ну, ссылка на Discord в описании. Вообще все ссылки в описании. Чекай описание, и все, что тебе интересно, ищи там. А я больше не буду тебя отвлекать. Спасибо за просмотр и удачи!